Всем привет, зрители, подписчики канала на YouTube. Всем привет, и всех с праздником, с Днем города. С Днем города, всех, кто живет в Брянске, с праздником, с Днем города. Не буду. Владик, замерзнешь, сынок. Замерзну. Владик, замерзнешь, накинь сверху хотя бы. Время у нас сейчас 8:40. Владик у вас отправляется. Телефон где? Я улетаю. Вот тут. Все, смотрите, телефон нашел на звуке. Илья, чтобы телефон на звуке был, слышишь? Владик отправляется сейчас в школу, они собираются рано, там еще прогуляются с классом потом. И что, допустим, в руки возьмешь, слышишь, куртку? Лучше так, чем там, вам еще полтора часа ждать такой этой. Ну, самого парада начала, потом еще полтора часа. Лучше сейчас перестраховаться, чем потом замерзнуть. Все, готов? Да. Илья, давай, все, провожай. Так, ключи не бери. Ключи не бери, это, ну... Я забылся. Все, я уже покушал. Так, ну что, давай, дочь, давай, скорее. Доехали мы до второй больницы, ой, до второй школы больницы. А? Мы же, как всегда, не можем выйти вместе из дома, потому что пока мы соберемся все, пока мы все погладим, приготовим, заплетемся, и вовремя у нас не получается все вместе пойти, да? И сумку твою Вероника соберет, да. Пойдем теперь искать папу. Где-то наш папа нас ждет около ЦУМа. Народу очень много. Он же позвонил, говорит, вообще отстать негде абсолютно. Но нам надо где-то в районе ЦУМа, потому что там у нас будет Владик. Можно было бы, конечно, пойти там, где мы обычно стояли. Какое солнышко светит. Но из-за Владика, то, что это очень далеко от него, получается, нам где-то останется в этом районе. Все, бежим искать Сережу и Илюшу. Всем привет, зрители, подписчики канала. Ну что, мы уже селимся здесь. Раньше приехали, но место уже нигде нет. Смотрел за голову эту фотографию. И уже 40 минут до парада. Все будет ком, где мы скорее закомбарируем. В этом мае. Я не знаю, как.
Командир самый маленький. Такие вот, да, маленькие эти такие кривички. Швейк, слоза швейк. Красный матрица. Смотри, какой большой!
игрушки.
искали танки, то есть нас уже загрузили, мы нашли переулок. Это Крынку, да, я забыл, какая-то переулок называется. Посмотрим, там дальше он стоят. Сфотографировались. Ее загружают и увозят эту технику. Вон там много их. Охраняют тоже. Проголодались уже? Да? Понятно. Сейчас посмотрим. Вот, а вот они большие, там большие танки эти, с калибром большим. Немного вам танков поближе. Не знаю, снимал Сережа, не снимал, мы идем за Денис с Вероникой. Обалдеть. Железо. Ой, танкист. Вероника, а? Да-да-да, вот они большие. Это самые большие. О. Так, все, пошли мы дальше. Посмотрели всю технику поближе. Пришли на почту сюда, на технику. Тут у нас Жириновский приехал, выступает от партии ЛДПР. Опять возмущается. Кто это здесь? Мы хотим, чтобы Брянск стал картофельной столицей России, Европы и, возможно, всего мира. Задействие, родительство, питание, то, чего погибают в год миллионы людей от голода. А Брянск может всех накормить. Это мы здесь благодарны нашим солдатам, офицерам, генералам и гражданской молодежи, всем рабочим, всем инженерам, всем чиновникам. Они многие честные люди день и ночь работают. Поэтому я еще раз всех вас поздравляю. Поздравляю с таким великим праздником, который не может праздновать ни один европейский город. Они с террористами не могут справиться. Их уже убивают на улицах немецких городов. И они никак не могут остановить. Скоро мигранты захватят Европу. И они опять к нам обратятся за помощью. Сколько раз можно спасать Европу кровью и жизнью русских солдат? Мы хорошо подумаем, прежде чем им помочь. С праздником, дорогие жители города Брянска! Да здравствует Россия, русская армия и великий город Брянск! Председателю комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Федерального... Независимость нашей Родины. Мы отдыхаем. Вообще, народу за шашлыком просто какой-то кошмар. Да, тут плохо слышно, наверное, меня будет. Ну, шуми эта штука. Бери, бери кусочек. Мама, вкусно? Я не могу отдыхать. А? Я не хочу. Солнце здесь идет. Солнце где течет? Ну что, посиди. Нет, я поводу. Взяли шашлык, лепешку, хлеб. Я поводу, а у меня глаза закрывают. А потому что жарко. О, даже солнышко в глазки печет. Ничего страшного, кушайте давайте. Короче, ждали мы бабушку. Что? Да? Игрушку? Какую игрушку? Я вам купила. Флажочек. Ну и что? Тебе флажок, тебе эту бабочку. Ой, ага. Боже, коровку. Люблю. Сейчас должен подъехать автобус. Короче, ждали мы бабушку. Так, тихо. И флажочек. В итоге бабушку посадили на другой автобус абсолютно. На Томбрянске. На Томбрянске, да. Они с юга. Она нам передаст какие-то там, не знаю, сувениры детям с юга. И вот теперь ждем пустой автобус уже, чтобы забрать просто эти сувениры. Даже из всего 6 человек с Лединого едут. И поэтому нет. Автобус не погнали, а едет, присадили их на маршрутку просто. А где папа? Я не заметила его. Теперь ждем пустой автобус. Практически пустой.
Добрались почти мы до дома уже, все, встретили пакет. Конечно, жалко, что бабушку не увидели, детки хотели бы бабушку встретить. Но не получилось, видишь, как... Нет, пойдешь ты с ним гулять с Гердой сейчас. И он сейчас вывести на пробегаться. Разденешься и пойдешь. Герда, мы идем. Герда, Владик идет. Герда, Владик идет. И мама идет. И все и идут. Зашли, купили там по мороженому еще сейчас дома. Это будет... там бабушка передала. Да, бабушка дала вам денежку на мороженое. Зашли, купили мороженому. Я вот это, вот это. Давайте, военнопленные. Да, вообще. Ножками двигаем, двигаем. Мама тоже ножки устали. А меня не спешает, меня подождут, да? О, боги мы дома. Есть. Что давайте, что Вашина передала? Конфетки. Конфетки, да, так. Это как обычно. Трудно. А, тут даже, по-моему, с магнитиком. Вау. Эти разные сладости. Сладкий юг, сладкий край. Ой, это... Крымские сладости. Я сейчас все открою, посмотрю. Так. Да, это Ники, Вероники. Я сейчас все открою. Иля, подожди, пожалуйста. Владик, это не тебе, да? Это Вероники. А? Вот футболочка. Сочи. Илюшкин. Илюшкин, это тебе футболочка. Классная. Тебе. Сочи. У тебя вообще вот отпад. Илья! Владик, не ай. Россия, ай. Сочи. И что? Тебе футболочки. За... Иди за стол садись. Я посмотрю. Это что такое? Сейчас дай сюда. А! Что-что ты делаешь, Лать? Это что такое? Это что-то, не знаю, что это такое. Честно, не знаю, что это такое. Мы можем понять? Классно. Пахнет классно. Пахнет, я даже не знаю. Серёж, что это такое? Иди к нам. Давай дальше строй, что там. Орешки, орешки, орешки. Обожаю маму за это. А, она все любит орешек у всех. Я их просто обожаю, эти орешки. Бедно мои зубы. А, это... Что такое? Дай сюда. Это хлеб? Там и нет ничего? Это... А что вкусно? Это что-то... Так мало вкусняшек. Не знаю даже, что это такое. Похоже на сыр какой-то. Но я даже понять не могу, что это такое. Ну, Илья, ты сел? Дай понюхай. Не знаю, что это такое. Магнитики, Адлер. Ну, что же за манера выхватывать все, а? Все надо потрогать. Все? Все, 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 все. А еще магнитик. Они что, два одинаковых? А, это тот же, Илья. Угу. Я думаю, ты... Все. А что так мало вкусняшек? Хватит тебе вкусняшек. А что, тебе надо больше? Хватит тебе вкусняшек. Вон тебе вкусняшку, где ешь, за стол садись, мороженое. И ты свое мороженое ешь тоже. Вкусняшек тебе. Вкусно, Илюх. Вкусно, Илюх. Папа, посмотри, какие нам футболочки. Ну, папа ж видит. Папа ж видит. Так, все, давайте раздеваться. Выбрать мы с Илюшей на улицу. Теперь мы отправляемся с ним в аэропарк. Да, сегодня там розыгрыш. Попытаем судьбу. А может судьба, а вдруг не судьба. Посмотрим. Сережа сейчас... Я не знаю, куда мы после аэропарка поедем, потому что, честно, я не вообще что-то все ноги отваливаются. Я с утра еще успела закрыть варенье. Не знаю, я, наверное, с утра не говорила. Четыре банки у меня получилось вареница, 3 пол-литровых и 1-литровая. Потому что вчера вечером не стала возиться, а зря было бы вчера это все сделать бы. Но у меня сегодня Вероника так ужасно ночью спала, что я с ней вообще только мяу-мяу-мяу-мяу. Я к полночи к ней бегала. В итоге завела будильник на 7:30. А проснулись уже 9:10. А я все. Ты нормальная. И все, бегом, бегом, бегом. Короче... А вы смотрите, что мне мама купила? Флаг России. Да, побежали скорее давай на маршрутку. А мы здесь сядем? Нет, нам идти туда, на к мини-рынку. Приехали мы в аэропарк. Тут у нас шоу. Ленька, расставай куклы. На таких ногах? На таких ногах, да. Смотри, какие большие. Ha 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 ha!
высоко, да? Иди сфотографируй. Иди сфотографируй. Зашли мы с Ильюшей в ленту после розыгрыша. Ничего мы не выиграли. К сожалению, да? Но так. Это же не беда. Не беда, конечно. Все, что нужно, заработаем. Проезжай. Это надо зарабатывать. Да, надо зарабатывать, ты прав. Пошли, Илюшенька. Так, нам надо что с тобой посмотреть? Не знаю. Хотела что-нибудь посмотреть готового на ужин, то есть, ну, я имею в виду из кошки колбасок, думаешь, быстренько, чтобы прийти, перекусить и пойти дальше. Но что-то ничего здесь нету хорошего. Упс. Давай, это мы сейчас тетя нас врежется, или мы тетю врежемся. Так, мне надо найти тушенку. Здесь есть такое вообще добро? Ой. И гречку дешевую собаке творить сегодня. Гречки надо. Пойдем искать. Добрались мы наконец-то до дома. Честно, уже никаких сил нет вообще никуда идти. Илья. Завтра в садик, в школу. И что? Со мной завтра уже не погуляешь, у нас это тренировка. Ой, завтра у вас... А, ну да, за вторник же. Илья, успокойся. Брейс, Герда, брейс! Дайте мне хоть один тенок. Кто там, папа? Так, это звонил не Сережа, это звонила подружка. Подружка, подружка. Так, зашли, мы, говорит, у нас в аппетит около дома недалеко. И купили такие колбаски. Чиполетти. И, короче, куриные колбаски, они по 63 рубля всего. А в ленте они по 100 с чем-то одна. Купила три упаковки. Пускай это, сейчас две пожарю сразу. Все голодные. Вот в обед не обедались никто. Так, вот, наверное, шашлык, перекус, что... Печеньки, ничего не ели толком. Это не тебе, да, даже не смотри на вискас. Так, китикет. Набрала пакетиков. За ним специально ходила красное и белое у нас. А он там по 9,90. У них по акции сейчас. А, так, так, так. Ладно, это можно яичек немножко дать насыпать, пока я хорошо я творю. Угу. Насыпь немножечко. А мы пойдем. Корм на развес брала собаке и кошкам. Открой мне. Покорми. Ну подожди, ладно, сейчас открою. Мама, давай. Ух, Ильюш, ну давай не пойдем. Сынок, ну что ты там, салют этого не видел, дурацкого. Илья, из этого салюта туда совсем не хочется тащиться. Ну пожалуйста, котик, ты уперся рогом. Говяжья печень этой собаке отварю. Собаки нам, да. Это я себе брала прокладки ежедневные, когда Сережа последний раз ездил в метро, я забыла ему сказать про них, что он мне там купил, хочу взяла, какие были кодексы. И дешевые гречки. 365, она по 15,90, что ли, мне вышла, если не ошибаюсь. И также пакет еще за 3 рубля. За 7 рублей не хотел. Ну, за 7, ну ладно. Убирай пакет отсюда, или за 6. 365, нет, для собаки взяла. Ну и печенье к детям. Вот, блин, ничего не взяла, а денег ушло уйма. Вот что, казалось бы. Как всегда, короче. Мама, я букву Ф поймала. Букву Ф поймал? Да, взяла деткам печенюшки с буковками. Какую букву достал? Не выбирай. Где Г? Где Г? Где Г? А. Какая это буква? А не. Ч. Ч. Не чайник. Ч. 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 Что, букву забыл? Повторять будем, значит, опять. А то я, как мы останемся учить букву, я все знаю, я все умею. Мама. Не, Илья у нас начал читать. Начал читать, конечно, очень-очень-очень-очень тяжко еще. Тяжело складывает буквы вместе. А так вот вроде бы все буквы знает, иногда бывает, запутается. Но начали читать, да. Ну, такие слова простые. Чайник мы прочитали слово о том, что мы еще чай читали. Торт, да, читаю, торт сам читал. Сыр, да, ну, такие легенькие пока словечки. Так, давайте все. Влад, давай-ка, я буду разогревать еду сейчас готовить, а ты давай ее на прогулку. Илья, в любом случае, пойдем мы, либо не пойдем, чтобы не смотреть. Сначала мы поедим, потому что все голодные. Так, ну что, девчонки, мальчишки, мы уже за столом сидим, у нас сегодня такой ужин покупной весь практически. Купили еще, сейчас ходили шубы
и купили. Видите, папа тебе положит ложечкой. Оливьешки, не прям все по чуть-чуть, чтобы. Шуба, да. Готовить мне вообще некогда было. Достаточно слово положить. Салфетки, салфетки. Сейчас, дедочка, тебя тоже покормлю. Деду помыли нашу после улицы. Как правильно грязная пришла. Так, надо салфетки, Сереж. Клади. Так, ну что, отговорили мы Илюшу идти на курган, потому что на самом деле там все поперекрыто. На улице холодно. Холодно просто сейчас под вечер. Мы же выбегали. Дождь сядь хорошо. Они дошли, вообще темно, да? Они машины на машине. Машина на машине, пусть скажет. Ну, салют. Вот сейчас вот получилось, что в том году мы ходили, Газманов выступал, то есть как бы... С дедушкой были, да, как бы. И мне кажется, мы, во-первых, мы выходили раньше. Тут у нас плюс Вероника после двух тренировок. Она уже все находит. Мамочка, я хочу спать. А вы похвалились? Ага. С ней было 6 человек. И она быстрее всех пробежала. То есть там 3 девочки старшие были. На 10 секунд старше девочки. Сейчас одна девочка. Они на скоро давали время. Да, Вероника у нас самая первая. Молодец, ее там похвалили, расхвалили. Наша потом была, да? Да. 6 лет. Вот так вот, умничка ты наша сегодня, молодец просто. Нормально вовремя успели там и там, просто ну, нас еще подождали, я там... Ну, замечательно там все. Там многие еще придевались, как раз, потому что там пробки как раз перекрывали дороги. Ну, люди добирались как раз на концу города, все пробки. Короче. Сейчас Гирочка-то на тебя остыла уже тоже. Так, давайте, мы хочу кушать. У нас сегодня семейный ужин, наконец-то мы тихо, спокойно все вместе за столом. Как нас многие просили. Илюша шел уже, мам, холодно уже, холодно. Нет, так, в мае еще ничего, но... Мне кажется, потом как-то в сентябре, вот, потом мы вышли, во-первых, мы вышли рано из дома, вышли раньше из дома с папой, когда ходили. Еще светло было, мы уходили. Ну и добирались мы, и так. В том году мы добирались хорошо, туда мы хорошо доехали, а обратно мы добирались. Ну, обратно мы. Обратно, да. Нет, не хочу. Через электронику пешком шли потом. Да, не хочу. Как представлю себе это. Тем более Вероника просто не выдержит даже. Она все, она уже, мамочка, хочу спать. Сядь хорошо, дочь, хочу. Помешай ей еще разочек, ну, помешай. Хотя бы на сальник бы пошли. Помешай и кладь, ставь ей. Ну, залп отсюда. 30 штук. По-моему, 9 штук. А где? Она то у нас видно не будет. Слышно будет. Слышно только будет. Я как слышно было, когда сверили. Да. Герда, иди кушай. 300 залп, по-моему. Вот полосни ручки, пожалуйста, свои. Так, все, давайте прощаться, ужинать и готовить где-то ко сну. И все молчат. Спокойной ночи. Пока. Так, все, всем хорошего настроения. Илюшкин. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. И все в планах. Действительно, на празднике это удивило хорошо то, что... Танки. Танки, ну, военная техника и самолеты. И... Крест Жириновского, выступление. Чуть-чуть будет побои. Да. Это... Политика. Все. Нормально, мне понравилось, как он выступил. Молодец. Ну да, кажется, полторы минуты я снял последний. Да. Все, всем пока-пока-пока.
Весь салют идет. Все, посмотрел, доволен. Все, день города прошел отлично. Мы это посмотрели. Уходим. Всем пока.